Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир Тритройки, и мы снова с вами продолжаем проходить игру Doom the Golden Souls 2. Итак, после моего недавнего отпуска, у меня выпуски выходили не так часто, но теперь мы с вами будем продолжать. Скажу честно, был перерыв, в котором я не играл буквально... Сколько у нас? Прошло 2 недели, блин. Очень соскучился по этому. Ну, для вас это было не 2 недели, а, наверное, дня 3. Ну, я готов, в принципе, вспоминать. Черт, мать вашу, куда идти? Я посмотрю. Да, я так понимаю, да, сюда, точно сюда. Отлично, ну пойдем сюда, ладно. Эрит и Бод, поехали. Обалдеть вообще. Любовь к деталям мне нравится. Просто потрясающе. Да. Это надо. О, уже страшно может быть. Оу. Да, слушайте, тут как будто ты в Марио играешь в этом. В шлеме. Так, стоп. Там что-то есть, но я не вижу. Какого хрена? Ёб нахуй! Обалдел, что ли? До последнего и не знаешь, кто они, что они. Клоунская мразь. Что это было? Я даже не успел рассмотреть. Так, давайте наш сейф сделаем. Марио 6. Вы что-то видите? Я ничего не вижу. Медленно. По-моему, самая вот нормальная штука, когда из-за стены их мочить. Слушай, там паук был вроде бы, да? Тварь. Он ударил меня, да. Вроде ничего нет. Ну, как бы, знаете, вроде бы там... Свитки ядовитые.
Да. Смотрите, Gold Spiders 9 и 3 Big Coins. Мы отсюда точно не уйдем, пока, конечно, максимально все не соберем. Обалдеть. Стоп. Не просто так здесь, да? Хрен. Можно было и так. Говорится о том, что как надо убивать призраков. Ой, блин. Яхамуха. Намеков на монет никаких. Ёб твою мать. Ну нахуй. Смотрите, что там? Сейчас не двигаются эти камни. Стрём.
Что за нах? И как я это возьму теперь? Как-то сверху. Понятно. Достаточно просто. Так, слушайте, у нас гранатомет, это дохренище. Чем дальше, тем страшнее. Приехали. Тридцать два пятьдесят. Хорошо. Ебать, сука. Бля, как он бесится быстро-то. Ебанулся, что ли, сука, чёрт. Да на открытом пространстве его хрен убьёшь. Подудим. Слышите, прям на рыбы меня увидели. Заклюют же нахрен. Блин, вообще. Про нахрен я, конечно, это не соврал. Что это? Пиздец. Стрёмно прям плавать. Вдруг. Гнида. Блин, мне патронов жалко, а не этот. Это еще мать вашу, где? В жопе где-то, ну ладно. Ну знаете, флаком в руки хоть они что показали мне. Это еще что за нахрен? О, не может быть. Вот так вот. С несколькими автоматом буду ходить. Каждый получит по заслугам то, что заслуживает.
Так, стоп. Нет, здесь ничего не может быть. Возможно, не здесь. Нет, 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 наверное, все-таки здесь. О, это хорошо. Добро-то пособираем. Нет. Бля, опять эта хуйня. Блять, жалко автомат, мадафака. Тварь. Второй. Не просто так, да? Конечно, не просто так. И вот думаю, бля, в какую сторону тут. Что делается? Судя по всему, здесь указывается. Да не, ну это бред, сейчас ходите сходить. Все идет в эту комнату. Стола. Сколько? 41? Это еще надо накопить. Блять, она еще кусается, сука, ни хуя себе. Ты замерзла. Я покусала сердце, которое хотел взять. Совсем обалдели. Видите пролом? Может быть сюда? Явно нет. Фонарика же у нас нет никакого, нет. А вот теперь видно, да. Ладно. А, это я понял, я все, окей. Вы шутите, что ли?
Ну, посмотрите. А вот так вот, да? Блять, у меня сейчас убьют, сука. Тварь вонючая. Три паука, одна монета осталась. Понимаю, самое интересное, ты еще впереди. Стоп, переиграем. Подудим. Бляха-муха, нихуя. Не вариант вообще, ладно, давайте слезем. Тварь прошла. Бля, полетел, летать. Слышите? Так, теперь посмотрим, что здесь. Здесь у нас глухие стены. Да, из-за 3% умно. Ебануться. Хорошо, он как. Одного нету.
Ой-ой-ой. Понятно. Эх, пизду. Отлично. Опять вперед попал. Понятно, с черепами. Блять, не сохранится, что ли? Пиздец. Жду тебя, козел, мадафака. Блять, что за хуй суса, тварь. Бесит прям. Стреляю. Из нацистского автомата. Тварь. Ебучно. Так, давайте смотрим. Отлично. О, приглашение прям такое явное. Стрёмно. Ну не сюда ли идти? Так, ну мы здесь были. Оу. Жестко. Хм.
Не откажусь от патронов. Откуда, мать вашу? Фак! Как же так? Сучий Поттер! Так, смотрим могилки-то, а? Почему здесь цветочки? Бля, стрёмно это, ёб твою мать. Я же в Марио играю. Так, подождите. Смотрите, у меня единственный паук остался и последняя монета. Exit. Явно мне сюда рановато. Что за прикол-то был? Стоп. Я понял. Это жестко. Твою мать, а? Мерзопакостная тварь. Мозги выше. Слышите? Ёп твою. Okay.
Открылся, да, по идее? Открылся. Да, друзья, слушайте, вообще, конечно, стрёмное место. Блин, монету одну не нашел. Предположительно, я знаю, где она должна была быть. Хочу проверить это место. Давайте сейчас выйдем. Стрёмно. Там еще два уровня ждут, но это ладно, немножечко попозже. 49. Помните, у нас там была желтенькая дверь со ступенечками вниз. Так вот, вот монеточки здесь еще, если помните, да? Возможно, просто здесь надо куда-то наступить, чтобы можно было забраться. Вот это сейчас надо посмотреть. Что другого я тут ничего не вижу. Не достает, тут не достает. Они все полки одинакового размера, очень жалко. Откуда же это должно начинаться-то? И это откуда-то? Закрыто. Шито, крыто, чита Маргарита. Чито-то. Тайна покрытая мраком. Ну, в любом случае, я взял всех пауков. Хотя бы это успокаивает. А с другой стороны, мы тогда с вами возвращаемся на мировую карту. С этого стрёмного места. Фух. Ну, и на этом я с вами прощаюсь. С вами был Сафир Тредройки на канале Про Геймер Телевижн. Всем спасибо и до новых встреч. Вы пишите комментарии. И всем пока.